Привет. 15 лет назад я встретила своего мужа Брайана, и мы уже были готовы завести детей. Но выяснилось, что это не так просто, как мне казалось. У меня была предэклампсия, поэтому девочки родились рано, с весом 1,3 и 1,8 килограмм. Это было сюрреалистично и страшно. Они появились с криком, обе, и я была так рада. Я тоже плакала от радости, когда они обе закричали, потому что я очень боялась, что они не закричат. Эй, малышка. Когда они появились, я увидела их такими крошечными. В этот момент я нашла в себе новые силы и почувствовала новую ответственность. Я довольно быстро поняла, что я теперь все вижу по-другому и стала больше интересоваться натуральными продуктами, потому что это соответствует тому стилю жизни, который я хочу создавать для своих девочек. У меня была возможность использовать свой опыт материнства, чтобы, как ученый, работающий над брендом Pampers, создать Pampers Pure. Без отдушек, без отбеливания хлором, без парабенов, но с защитой от протекания и сухостью Pampers. Чтобы родителям не приходилось выбирать между защитой от Pampers или чем-то, что подходит их стилю жизни. Никаких компромиссов. Я счастлива, что я смогла сыграть роль в том, чтобы помочь мамам и папам этим небольшим, но важным изменениям. Pampers Pure. Натуральные материалы, дышащий комфорт.